что называется, спалился по самое не хочу. Попытка американского пастора признаться в плотском грехе обернулась для него уголовным преследованием. Во время очередного богослужения он хотел рассказать своей пастве, что, мол, грешен и раскаялся, только вот вместо бури оваций он получил уголовное дело, поскольку вовлек в этот грех он несовершеннолетний. Все подробности в очередном выпуске мировых новостей. А также вы узнаете о редком тиранозавре и о собаке, которая наверняка живет лучше, чем вы. Не пропустите в эфире канала УТС, а также в нашем телеграм-канале.